Здравствуйте, вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать». В студии ведущий Петр Горохов. И сегодня у нас в гостях вновь человек, с которым мы говорим на очень актуальную тему, на тему мошенничества в отношении пожилых людей. Это Ирина Анатольевна Гайворонская. Ирина Анатольевна, здравствуйте. Добрый день. Напомню, что Ирина Анатольевна является заместителем председателя Совета сторонников политической партии «Единая Россия» по Московской области и президентом благотворительного фонда «Счастье жизни». Ирина Анатольевна, ну что ж, мы в прошлый раз поговорили о таких важных вещах, как противодействие мошенникам, которые представляются сотрудниками коммунальных служб, и телефонным мошенникам, когда люди по звонку телефона практически мистическим образом расстаются иногда с сотнями тысяч рублей. Ну, а теперь, я думаю, что имеет смысл поговорить о мошенничествах, которые, наверное, облегчили кошельки доверчивых граждан тоже на немаленькую сумму. Это мошенники, которые прикладываются к банковским картам. Население использует схемы, связанные с облегчением банковских карт доверчивых граждан. Вот если можно об этом виде мошенничества, как оно выглядит и как ему противостоять. Мошенничество с банковскими картами – это у нас по распространенности второй вид мошенничества. На втором месте находится, поскольку сейчас у нас все социальные пособия, все пенсии для пожилых людей у нас перечисляют на банковские карты. Будете смеяться надо мной, но вот сколько мы ездим по встречам, и пожилые люди мне говорят, обращаются ко мне, ну, как простые люди. Ирина Анатольевна, вот вы скажите вот там вот где-нибудь, чтобы нам эти карточки отменили. Не понимаем мы эти карточки, отмените нам, пожалуйста, эти карточки. Понятно, что это все сделано для облегчения жизни человека, да, чтобы не возиться вот с этими наличными, чтобы не хранить эту наличность. Удобно, банковская карточка – это удобно. Почему, опять-таки, большой процент мошенничества именно в отношении пожилых людей? Я об этом говорила. Но не могут они так быстро освоить новые вот эти технические новинки, новые гаджеты. Вот казалось бы, ну что там карточка? А для них это достаточно сложно. Естественно, они этот пин-код записывают, который никому нельзя показывать. Чуть ли не на самой карточке. Записывают на карточке, еще скотчиком приклеивают. Вот как удобно. Заберите мою карточку, вот вам, пожалуйста, пин-код, а там вся моя пенсия. Мошенники владеют всеми этими инструментами в совершенстве, поскольку это люди все молодые, активные, образованные, технически подкованные. Естественно, они этим пользуются. Они пользуются доверием наших стариков. Какие бывают у нас виды мошенничества с банковскими картами? Виды мошенничества следующие. Вам может прийти смс-ка на ваш мобильный телефон, что ваша карточка заблокирована. Ваша карточка заблокирована, для того, чтобы ее разблокировать, позвоните вот по такому-то номеру. Может прийти сообщение на электронную почту, чтобы разблокировать ту же самую карточку, пройдите по ссылке. Никогда. Вот запомните, пожалуйста, раз и навсегда. Никогда не переходим по ссылке и никогда не звоним по телефону, указанному в смс-сообщении. Во-первых, вы должны звонить по телефонам, которые вам хорошо известны, как я уже об этом говорила. Это должен быть телефон, указанный на официальном сайте банка, который выдал эту карточку. Это должен быть телефон стационарный. Это может быть телефон, который вам выдал сотрудник в банке, когда он вам открывал эту карточку, которого вы знаете, у которого вы обслуживались. Это может быть телефон, записанный на обратной стороне вашей банковской карточки. Вот только такие варианты. То есть никогда не звоните по указанному телефону в смс-сообщении, либо не переходите по ссылке, указанному в письме, полученному по электронному. К чему это приводит? Это приводит к следующему, что вы попадаете совершенно на другой сайт, и мошенники просто получают ваши данные, и у вас списываются деньги. Сайт может быть похож на сайт реального банка. Сайт может быть совершенно похож на сайт банка. Потом, значит, смс-сообщение. Банк не может вам прислать смс-сообщение вот с любого там мобильного номера. Есть конкретный номер организации. Он указан на сайте. Даже мошенники сейчас у нас подделывают номер Сбербанка. Там вот 900, да, они подделывают там вот эти вот нолики. Как бы приходили смс-сообщения и списывались денежки у людей. То есть они пытаются
пытаются вот использовать все варианты. Но я вас предупреждаю еще раз, предупреждаю всех людей, пожалуйста, никогда не звоните на эти номера. Он, может быть, этот номер похож, вот он похож на тот номер, который вы знаете, но это не тот. Наберите, пожалуйста, вот номер по цифрам, который у вас записан на бумажке, который вам дали в банке, на вашей банковской карточке с обратной стороны. Пришло такое сообщение. Звоните по известному вам номеру в банк и блокируйте эту карточку. Блокируйте карточку, узнавайте, что случилось. Никогда, пожалуйста, не откликайтесь на вот эти вот призывы мошенников. Конечно, для мошенника самый простой вариант – это когда пин-код действительно записан на самой карточке. Но ведь есть масса способов и выманить его у доверчивого человека. К сожалению, есть. Мы с вами в прошлый раз тоже об этом говорили, что звонят нашим пожилым людям, поскольку это люди все пенсионного возраста, звонят из того же пенсионного фонда Российской Федерации, якобы. Я уже говорила, я вам даже зачитывала выдержку из инструкции пенсионного фонда, что никогда никакие сведения пенсионный фонд Российской Федерации, как, впрочем, любая социальная государственная структура, по телефону не спрашивают. Эти сведения они могут принять только вот в письменной форме в местах стационарного обслуживания населения. Поэтому по телефону, что бы ни случилось там с вашей карточкой, из какого бы там пенсионного фонда вам не позвонили, там не могут по телефону запросить ваши данные. Любые данные по вашей карточке, не говоря уже о пин-коде. Пин-код – это то, что принадлежит только одному человеку. Это то, что должны знать именно вы. Понятно, что пожилым людям тяжело его запомнить. Понятно, что они его пишут в легко доступных местах, но вы хотя бы не сообщайте его по телефону. Из того же самого банка, даже если вам приходит сообщение, что с вашей карточкой, счетом что-то произошло, заблокировано, и звонят вам как будто бы из службы безопасности, как будто бы из вашего банка, как будто бы знакомый телефон. Никогда ничего нельзя говорить. Вы должны понимать, что если даже пошли такие вопросы, это уже однозначно мошенники. Потому что банки знают, что по закону они не имеют права, даже тот банк, который выпустил вот эту вашу карточку, он не имеет права по телефону запрашивать ваши персональные данные. Про пин-код мы даже не говорим. Пин-код не сообщаем никогда и никому. То есть даже банк, выпустивший эту карточку, не может у вас по телефону запросить данные по ней. Банк может перезвонить только в том случае, если у нас сейчас часто совершаются покупки по интернету. Перезвонит служба безопасности и спросит, вы вот такой-то, такой-то совершали покупку? Да, совершали. И это все. Никаких больше данных вы сообщить не можете. Это максимум, что может спросить реальный банк у своего реального клиента. У своего реального. Если дополнительные вопросы, то это сразу повод насторожиться. Это повод насторожиться. То есть люди должны понимать, что все вопросы в плане личной информации, они решаются только в местах стационарного обслуживания населения. Эти инструкции есть у всех. Они есть у банков, они есть у всех государственных структур. То есть если идут какие-то вопросы по телефону, то это уже незаконно. Государственные структуры нормальные, не мошенники, а нормальные, они закон не нарушают. Это незаконно, это противоправные действия. Все очень просто. Поэтому, если вы должны предоставить данные по своей той же самой карточке в пенсионный фонд, да, либо в службу социальной защиты населения, вы придете на прием к определенному специалисту, которому вы записаны, вот вы на листочке ему все там напишете, он у вас в этом месте стационарного обслуживания эти данные примет. Никогда по телефону эти сведения не запрашиваются. Поэтому надо запомнить простые правила. Никогда никому ничего не говорим по телефону, ни банкам, ни каким-либо государственным службам. Пин-код – это только наше. Данные мы отдаем только в местах обслуживания населения. И последнее – мы никогда не откликаемся на СМС-призывы по телефону. То есть позвоните по такому-то телефону, не позвоните. Мы по этому телефону никогда не звоним. Мы звоним только по телефону, который мы знаем. Мы берем нашу банковскую карточку, видим там телефон банка. Вот по нему и звоним. Либо по телефону, который нам дали в банке. В электронных письмах мы никогда не переходим по ссылке. Очень простые правила. У нас есть карточка, у нас есть телефон. Вот по нему и звоним. Все очень просто.
И опять же действует правило 10 минут. Прежде чем совершать какое-то действие, надо смс-ку, можно взять эти 10 минут, подумать, перезвонить, может быть, кому-то из более продвинутых, скажем так, в деле общения с банковскими карточками родственников, посоветоваться, но ни в коем случае не реагировать сразу. Реагировать сразу, каким, да. Каким бы заманчивым, каким бы заманчивым порой не было предложение. Не было предложения, и опять-таки я говорю, даже если мы испугались, мы должны позвонить в банк, мы должны заблокировать эту карту. Да, на всякий случай. Но позвоните вы в банк по телефону, который вам знаком. Главное правило запомнить. Не откликаться на телефоны и на ссылки, которые приходят к вам в сообщениях. Вот и все. Просто позвоните в банк. Позвоните, даже не ждите вы эти 10 минут. Позвоните, но только по телефону, который вам знаком. И все у вас будет хорошо. Ну что ж, и хотелось бы еще такой объемный вопрос затронуть. Вопрос мошенничеств, связанных с такой психологической тоже, наверное, потребностью женщин ощущать себя красивыми. И даже если женщины все красивые, стать еще красивее, еще привлекательнее и так далее. Ну и, естественно, вопросы здоровья, да, они, в принципе, смыкаются. Вот эксплуатация мошенниками именно вот этого слабого место психологически у женской особенно части нашего населения, это о вопросах красоты и здоровья. Вот здесь, если можно, основные моменты, как это происходит, и опять же, как от этого защититься, как не дать молодому очаровательному мошеннику себя очаровать и обмануть. Это уже, знаете, на усмотрение каждой дамы. Хочет она очароваться, либо не хочет, это ее личное дело и право. А правила, как защититься от такого чаровника, мы сейчас расскажем. К сожалению, у нас сейчас распространен такой вариант, когда у нас обзванивают по телефонам дам. Базы, как я вам уже говорила, они всегда доступны, они на любом рынке электроники стоят 200 рублей. Обзванивают дам. Естественно, мы все хотим быть долго молодыми, красивыми, прекрасными. Это вполне нормальное желание. Это нормальное желание любого человека, женщины в том числе. Обзванивают, предлагают, придите на бесплатный какой-то там прием к косметологу, да, попробуйте там какие-то пробнички каких-то кремов необыкновенных, зарубежных, омолаживающих. Конечно, но если предлагают за бесплатно, почему бы не пойти? У нас случай был такой в лесном городке. У нас была встреча, и там присутствовала дама, которая попалась вот на такую уловку. Позвонили ей по телефону и пригласили ее в салон красоты. Вид косметики, я не буду говорить марку, фирму, это действительно очень дорогая косметика, это прекрасная зарубежная фирма, а салон красоты находится не где-нибудь, а просто рядом с Красной площадью. То есть это центр города Москвы. Но как не пойти? На Красную площадь-то как не пойти, тем более за бесплатно? И вот она рассказывала, что пришла она в этот салон, и вокруг нее и девочки, и мальчики, и все молодые, симпатичные, в красивых халатиках, и чай, и кофе, и просто потанцуем, и что угодно. Объясняю людям. Вы приходите в салон красоты, в любое медицинское учреждение. Вам оказывают какие-то услуги, да, вам делают процедуры. Да даже тот же самый чай, кофе. Вас могут напоить чем-то, накормить, намазать каким-то кремом. Плюс во всех этих салонах обязательно работают хорошие психологи и хорошие гипнотизеры. То есть пока вам делают эти самые процедуры, вас могут ввести совершенно в любое состояние. Вот эта дама. Дама хорошая, активная, она вполне такая... Ну, как говорится, непростушка. Непростушка. Да. Она у нас работала в администрации. Она у нас ходит в политсовет партии «Единая Россия». Понимаете, дама такая, серьезная дама. За счет того, что она серьезная, я вам сейчас расскажу, как она решила этот вопрос. Но это единичный случай. Ну, вот так вот, видимо, что-то в кофе ей там дали, потом кремом мазали и так далее. Она пришла в себя дома через 3 дня. Через 3 дня она пришла в себя. И хорошо, что она пришла в себя без всяких последствий. И дома. А не где-нибудь. Да, она пришла в себя, стала вспоминать, что с ней произошло, и увидела документы. А документы – это договор кредитный на 60 тысяч подписанный.
Понимаете, в чем дело? То есть она пока находилась в таком состоянии, подписала некий договор. Она подписала этот договор. То есть она даже не понимала, что она делает. Она как бы понимала и в то же время и не понимала. То есть чего-то попила, чего-то там скушала, чем-то там ее помазали. Приворотное зелье. Я не знаю, какое там зелье. Это пусть у нас исследуют сотрудники правоохранительных органов. Мы потом по факту вынесем решение. И как же она из этой ситуации вышла? Она вышла следующим образом. Поскольку она у нас всю жизнь в администрации, всю жизнь она на таких руководящих постах, она написала плакат «Меня обманули в Кремле» и вышла с этим плакатом на Красную площадь. Ну что делать? Стоит приличная дама с таким плакатом на Красной площади. Естественно, к ней подходили сотрудники правоохранительных. Тем более, если один человек, это не считается демонстрацией, одиночный пикет, ее нельзя даже задержать, нельзя, она ничего не нарушает. Ну подходили, беседовали, выясняли, что и как. Простояла она там некоторое время, и сотрудники правоохранительных органов ей помогли. Ей помогли, эти деньги ей вернули. Но надо понимать, что этот случай, он единичный. Это вот просто такая дама. Не каждая у нас бабушка, да, не каждая у нас женщина в возрасте станет вот даже заявлять в милицию. Вы знаете, что по статистике 70% обманутых людей старшего возраста просто не заявляют в милицию. Они просто, во-первых, стесняются, многие из них, за счет того, что они думают, ну вот я уже в таком возрасте, вы представляете, что я уже дошел до такого состояния, что меня обманули. И для них это шок. Для них это шок, что с ними просто это произошло. Они не могут этого осознать. Как такое с ними могло быть? И я рассказывала на встречах, да, что родственники, по статистике, опять-таки, каждый седьмой родственник пожилого человека, с которым произошел вот такой случай мошеннических действий по отношению к нему, старается своему пожилому родственнику просто об этом не говорить. То есть любым способом Открывать ему глаза. Да, не открывать глаза, эту тему нивелировать. Потому что пожилые люди переживают настолько сильно, что, к сожалению, это иногда приводит к смертельным случаям. Они просто не могут этого пережить. Они эмоционально этого просто не могут пережить. Ну, как говорится, человек не хочет жить после не такого. Не хочет жить, да, того, он не хочет жить. Он говорит о том, что вот я всю жизнь работал, да, вот я там воевал, я все отдал этому государству, как такое со мной могло произойти. Значит, я уже в таком возрасте, что жить мне просто не нужно. Просто отказываются жить. Поэтому родственники пытаются оградить. Вот каждый седьмой родственник по статистике пытается нивелировать вот эту ситуацию со своим пожилым близким человеком, с которым такое случилось. А вот эта дама наша, вот за счет своей активности, да, она этот вопрос решила. Но вы представляете, сколько тысяч там обманули кроме нее. И мы не знаем, что с ними произошло после того, как они там попили кофе, чай. Что через три дня проснулись, да. Они пришли они в себя дома или не пришли? Пришли в себя, не пришли, осознали, не осознали, как они решили этот вопрос. Поэтому это здорово, когда нас куда-то зовут и приглашают, но, к сожалению, зачастую, в 99% случаев, бесплатный сыр, он бывает только в мышеловке. Раз тебе предлагают что-то бесплатно, значит, ты оплатишь это неким другим способом. Обязательно. Оплатишь. Не совсем обычным, да. Но надо понимать, что это коммерческие структуры, тем более, что когда приглашают на такую вот как бы дорогую презентацию, да, дорогая косметика. Салон находится в самом центре Москвы. Надо понимать, что каким-то образом ведь это окупается, ведь не может быть вот все это за бесплатно. Поэтому, уважаемые дамы, я вам желаю быть всем молодыми, красивыми, прекрасными, но будьте, пожалуйста, осторожны. Это что касается красоты. А теперь о здоровье. Хотя эти вопросы часто взаимосвязаны, но я так понимаю, что методы немножко отличаются, когда речь заходит не только о внешнем виде, а именно вот и о здоровье. Методы отличаются, да, методы отличаются. Здесь у нас красота, здесь вокруг бегали все молодые, красивые, прекрасные. Что у нас сейчас происходит в поликлиниках? У нас сейчас пошел просто шквал случаев очень похожих, они однотипные. Приходят мошенники в поликлинику. Садятся в очередь к пожилым людям. Они выглядят так же, как вот эти пожилые люди, которые сидят в очереди. Они точно так же записываются на прием. У них такие же номерочки. Вот они сидят в очереди к врачу и разговаривают. Люди, как вот мы все разговариваем. Кряхтят и жалуются так же на болячки, как и все сидящие в очереди. Совершенно верно. То есть они с вами разговаривают. У вас в руках карта.
В этой карте написаны фамилия, имя, отчество, где вы живете, чем вы болеете, да вы и сами покажете, раскроете. А у нас же в очереди каждый, кто сидит в очереди, он диагност высочайшего уровня, готов поделиться со всеми своими знаниями. Он все про себя расскажет, совершенно верно. А те сидят и слушают, но они не просто слушают, они тоже что-то о себе рассказывают. То есть они активно участвуют в этой беседе. Они участвуют в беседе, они собирают эту информацию. Потом они эту информацию приносят координатору, тому, кому нужно. И вот этому пожилому человеку, который побывал в поликлинике, который просто вот так поболтал вот, о своем здоровье с кем-то. Просто поболтал о своем здоровье, начинаются телефонные звоночки. Начинаются телефонные звоночки. Вы знаете, что у нас мошенники работают организованными группками. То есть там звонит кто угодно. Зав. Отделением один. Другой у нас вообще главврач. Третий у нас представитель какого-нибудь облздрава и так далее. И начинают рассказывать, что, а вы знаете, вот вы сдавали анализы, у вас вот такое страшное заболевание. Но вот у нас есть для вас, как для пенсионера, ветерана, вот какие-то льготные лекарства. Вот мы сейчас вам можем доставить эти лекарства. Либо начинают рассказывать, что вы попали в розыгрыш какой-то там лотереи государственной, государственной лотереи, вот, которая проводится вот на местном уровне при поддержке государства. Вы один там из десяти. Вот вы срочно должны дать ответ. Но для того, чтобы участвовать, вы должны заплатить маленький налог. Маленький налог. Вот с этого-то все и начинается. Человека, конечно, это цепляет. Да? Во-первых, каждый боится за свое здоровье. Человека это цепляет. Он попадается на удочку к мошенникам. Начинается все с недорогих лекарств, потом более дорогих. Потом диагнозы становятся все более страшными. Человек верит, человек в панике. И самое интересное, что опять-таки никто не звонит в правоохранительные органы. Никто не звонит в ту же самую поликлинику, где он был. То есть, не интересуется главврачом даже. Да зачем? Реальным. Забывают уже совсем про того врача, у которого были на приеме, забывают про того, кто является главврачом этой же самой поликлиники, слушают вот этих мошенников, отдают все до копейки и впускают в дом лжеврачей, которые приходят, которые просто и квартиры обворовывают. То есть там целый комплекс услуг, да, это очень страшно. А ведь я тоже хочу сказать, ведь действительно, человеку достаточно почитать медицинскую энциклопедию, чтобы все симптомы всех заболеваний у себя найти. Потому что, тем более, пожилые люди, они очень мнительные. И у них постоянно что-то болит, что-то колет, что-то стреляет. И поэтому, действительно, можно любую болезнь в себе обнаружить, если что постараться. Что угодно. Если еще помощник будет талантливый, который, конечно, поможет тебе который разглядеть. Все расскажет и подскажет методы лечения и так далее. Но выманивает огромные суммы. Там сотни тысяч. Я просто каждый раз слушаю и думаю, боже ты мой, ну, где вот вы просто взяли эти деньги? Даже пожилые люди идут за какими-то кредитами сумасшедшими, закладывают свои квартиры. Я понимаю, что все хотят жить, все хотят вылечиться. Но опять-таки, вы подумайте о том, что вот вы были на приеме вот в этой поликлинике. Вы были у этого конкретного врача. Но сходите вы еще раз к этому врачу и спросите, а какие он у меня анализы? Вот я был у вас на приеме. Вы узнаете, кто там главврач. Вы сходите на прием к главврачу. Нет, почему-то вот верят мошенникам и общаются только по телефону. Сразу забывают про те конкретные места, да, государственное учреждение, в котором они были. Не забывайте, пожалуйста, тоже очень простые меры. Ваш врач, которого вы знаете, телефончик, который вы знаете, все те же самые способы защиты от мошенников. Но опять-таки, вот сейчас у нас осеннее обострение, вот просто пошел вал мошеннических случаев именно в поликлиниках, именно в очередях в поликлиниках. Я вообще всем говорю просто, ну не разговаривайте вы с посторонними людьми. Ну понятно, да, что мы... Это достаточно интимные вообще вещи, подробности о собственном здоровье, о собственных болячках. Но тем не менее, вот именно в пожилом возрасте хочется почему-то людям поделиться этими своими и сомнениями о своем здоровье, и своими какими-то симптомами интересными. Да, потому что как бы не хватает общения с одной стороны, да, с другой стороны, вот мы здесь сейчас сидим, мы все равны, мы все одного возраста, у тебя то болит, у меня это, поговорили, обсудили, но мошенники... Некий клуб.
Клуб тех, кто сидит в очереди. Клуб тех, поликлиники. Но даже если вы рассказываете, да, не показываете свою карту, не говорите, где вы живете, не сообщаете вы конкретные вот свои данные, да, фамилию, имя, отчество, ну не говорите вы, пожалуйста. Потому что мошенники это все запоминают и записывают, и сообщают вот в эту вот организованную группку, и начинаются вот такие вот случаи. И вот опять такой же, наверное, психологический момент, что человек охотнее верит мошеннику иногда, чем своему родственнику. И иногда от пожилого человека можно услышать упреки, что вот видите, как человек заботится какой-то посторонний о моем здоровье, а тебе на мое здоровье наплевать. К сожалению, уже даже вот бывает, что и до такого доходит. К сожалению, да. Вот у нас с вами на встрече был представитель службы, да, руководитель, да, службы социальной защиты, и она что говорила пожилым людям? Ну, общайтесь вы со своими родными и близкими, давайте мы будем любить друг друга. Любить друг друга. Раз мы родственники, давайте мы общаться будем между собой, давайте мы созваниваться будем, не забывать друг о друге, чтобы вот так вот родственник пожилой не выпадал из общей системы семьи, чтобы мы его не теряли, чтобы он не чувствовал себя ни забытым, ни покинутым. Именно к таким людям чаще всего, да, и пристают вот эти мошенники. Они очень хорошие психологи, они таких людей вычисляют очень здорово. И именно вот такие люди попадают и на звонки по телефону, и на случаи с поликлиниками, потому что они даже не вспоминают тех близких, кому можно сразу позвонить. Поэтому давайте мы будем все-таки добрее друг к другу и не забывать своих родных и близких, особенно пожилых людей. Ирина Анатольевна, и буквально еще две минутки у нас есть. Хотелось бы о таком сезонном виде мошенничества, как торговцы овощами. У нас сейчас стоит много машин во дворах, в том числе и поквартирный обход осуществляют продавцы картошки и других овощей и фруктов. Вот в нескольких словах о том, как избежать, вот уклониться, скажем, от встречи с такими мошенниками. Это наша больная тема очередная. Действительно, она сезонная. Что у нас было в последнее время в наших поселениях, нашего Одинцовского района? У нас в Барвихе продавали картошку. Прекрасную картошку, чудесно. Люди покупали эту картошку, тащили домой эти мешки, а когда они их тащили, они думали, да что же эти мешки такие тяжелые? Когда приходили домой, мешки открывали, оказывалось, что картошка только сверху, а внизу лежат камни. То есть мошенники используют любые способы, чтобы заработать денег. Да, сейчас мы закупаем картошку, да, они ездят, предлагают эту картошку. Тот же самый совет, который я даю во всех случаях. Не обращайтесь вы, пожалуйста, к людям, которые ходят у вас по дворам, по квартирам, по домам. Нужна вам картошка? Поезжайте на рынок, выберите ту, которая вам нужна. Пусть та, которую предлагают во дворах, она подешевле. Немножко подешевле. Но она вам обойдется гораздо дороже на самом деле. Поэтому решайте все вопросы сами. Ну что ж, Ирина Анатольевна, спасибо вам огромное за сегодняшние советы. Ну и не удается нам закончить все-таки серию наших передач, потому что еще огромный вопрос, очень сложный вопрос, вопрос с черными риэлторами так и остался за кадром нашей сегодняшней передачи. К сожалению, хронометраж наш сегодняшний не позволил нам даже прикоснуться к этой теме, поэтому прошу вас пообещать еще раз прийти хотя бы один раз к нам в студию и рассказать вот именно об этой проблеме, о проблеме обманов людей черными риэлторами, потому что вопрос не только сложный, серьезный, а просто страшный иногда. Просто страшный, да, это самый страшный вопрос. Петр, ну, конечно, я вам обещаю, конечно, мы с вами еще увидимся. И я расскажу о тех случаях, которые у нас случились за время, пока мы с вами не будем встречаться. Я надеюсь, что не будет каких-то новых случаев мошенничества, нам неизвестных. Но о том, что было, я обязательно расскажу. И о том, как бороться с черными риэлторами, обязательно расскажу нашим зрителям, чтобы они были осведомлены. Спасибо огромное, Ирина Анатольевна. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи была Ирина Анатольевна Гайворонская, заместитель председателя Совета сторонников партии «Единая Россия» по Московской области, президент благотворительного фонда «Счастье жизни». На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ.